Скорее ставь лайк, и ты получишь любой подарок на Новый год, который захочешь. Считаю. Раз, два, три. Хей, с вами Артиплей. Привет, ребятки и котятки. Скорее на подписочку наводите лапки. И, друзья, сегодня мы с вами будем играть в игрушку, которая называется Ice Cream 6. В принципе, друзья, это шестая часть. Я, конечно, в предыдущей не играл, но, думаю, ничего страшного. У нас есть с вами на выбор четыре вида сложности. Призрак, легко, нормально и сложно. Так, давайте-ка выберем сложность нормальную и, конечно же, начнем играть. Я надеюсь, то, что мы с вами не играли в предыдущей части, не сильно скажется на нашем понимании игры. Судя по всей этой идее, эти трубы ведут куда-то, где днем и ночью делают сладости. Зуб даю, лис где-то там. Она такая сладенькая, наверняка отлично туда вписалась. Чарли тоже может быть там. Нужно всех найти, это единственный способ оплатить Роду за все, что он сделал. Не расслабляемся, ладно? Так, друзья, какой-то Род у нас тут есть. Ой, разве это не Чарли? Так, друзья, смотрите-ка, Чарли у нас тут есть. Да, это Чарли. Хм. Где мои друзья? Почему они не спасли меня? Я так понимаю, в прошлых частях это объяснение есть, как он сюда попал вообще и тому подобное. Что ж, похоже, придется бежать в одиночку, он у нас говорит. Так, ну что ж, кажется, на кухне безопасно. Может быть, тут даже есть какая-нибудь еда. Ну, еда, возможно, кстати говоря, тут есть. Боже. Так, и что же у нас тут такое-то? Какой-то полу робот, полу... Кто вообще-то? По-моему, робот, друзья, если не ошибаюсь. Так, ну ладненько, что он вообще делает-то? Он какую-то штучку опустил в этот раствор. Кажется, мне нужен план. Найдите способ пообщаться с Джеем и воссоединиться со своими друзьями. Так, я так понимаю, мы сейчас будем играть за вот этого Чарли. И, в принципе-то, будем пытаться как-то выбраться отсюда. Так, что мы с вами, друзья, имеем? Смотрите-ка. У нас есть с вами какая-то ловушка. Есть также, друзья, с вами дверь и вентиляция. Но я так понимаю, лучше через дверь нам никуда не идти. Вот мы видим там чувачок у нас вот такой вот. Видите, берет и что-то, это не знаю, может, мороженое какое-то или что-то такое, что-то засасывает, друзья, в общем. Друзья, ну а в нашу рубрику самых лучших ребят и котяток попадают те, чьи комментарии вы сейчас видите на своих экранах. Но если вы сюда хотите попасть, то вам нужно найти всего лишь кодовое слово в этом видео и написать его в комментариях. Желаю вам удачи, друзья, а мы с вами продолжаем. Так, ну что ж, друзья, давайте тогда с вами пойдем в вентиляцию, потому что вентиляция, я думаю, это лучше, чем дверь, в принципе, на которой там тот чувачок ходит непонятный. Так, что же... Ух ты, друзья, подождите-ка, я думал, мы с вами выйдем в другое место, там этот чувачок бегает, я так понимаю, нам лучше сюда не идти. Так, у нас тут снова, друзья, какая-то фигня непонятная. Так, в шкаф, 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 и мы закрыли дверь. Так, хорошо, надеюсь, нас этот чувачок не заметит. Друзья, как посмотреть вообще? Он идет, не идет. Давайте откроем. Ой-ой-ой-ой-ой, закроем, 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 закроем. Да ё-моё, не-не-не-не-не-не-не. Жесть, 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 друзья. Я что-то подумал, что он нас не особо заметит. А, подождите-ка, я могу восстановиться. Мы можем ловушку с вами установить вообще-то? Давайте-ка вот сюда поставим ее и... Побежим, может, отсюда. Я вообще не пойму, а что он остановился? Он на какое-то время у нас остановился? Или мы его просто зафигачили? Так, опа, давайте-ка закроем. Опа, друзья, друзья, друзья! Ё-моё, офигеть! Я думал, мы с вами дверьку закроем, и с нами ничего не случится, но это, в принципе, это жесть. Так, ну ладненько, спасите, друзья, пока фабрика не закрылась, осталось две попытки. Жесть, друзья, конечно, да. Давайте, ладно, попробуем с вами еще раз. Так, мы с вами, друзья, находимся в холодильнике. Так, мы из него вырвались с вами, замерзли. И что же нам вообще сделать-то? Так, нам нужно отсюда как-то все-таки-то и выбраться. Так, что у нас там за дверью? За дверью, я не знаю. У нас, кстати, она не открывается, значит, нам точно не надо сюда идти. Так, а что у нас есть с вами? У нас есть такая вот дверь, но нам нужно вот эти как-то штучки, наверное, не знаю, взять и в сторону, что ли, откинуть. Только чем это сделать нам? А мы можем просто руками это сделать, интересно. Давайте попробуем. А, я понял, друзья. Все, понятно теперь. Я думаю, что за фигня какая-то непонятная. Так, а мы можем вообще прыгать-то, кстати говоря? Подождите, а как нам сюда зайти, если у нас тут, в принципе, с вами закрыто все? Как нам прыгать? Алло, игра, что за фигня? Ладненько, может быть, нам нужно что-то там нажать, повернуть, или я не знаю даже вообще, друзья, как нам отсюда выйти? Ну, это же не может быть так, что игра залагала. Это, мне кажется, я что-то, может, не понимаю. А, вот, друзья, чуть покопавшись, я нашел какую-то коробку. Давайте-ка мы ее с вами возьмем, я не знаю, для чего она нужна. А, мы с вами сделали мостик, все, друзья, понятненько. Давайте-ка присядем, наверное, выползем через эту штучку. Да уж, друзья, конечно, надеюсь, в этот раз мы с вами сможем что-то вообще сделать. Так, что, ну, ой-ой-ой, да подождите, да как так-то вообще? Он прям за угол зашел. Офигеть, друзья, давайте быстренько отсюда убежим, убежим, убежим. Нам нужно куда-то, в принципе, спрятаться. Только вот куда? Давайте дверку закроем. Я не знаю, поможет это или нет. Тут есть куда спрятаться. Так, мне нужно срочно-срочно куда-то забраться. Я не хочу, чтобы за мной кто-то побежал. Так, давайте-ка зайдем сюда. А, подождите-ка, что-то, а здесь никак, что ли, не подняться никуда? Дверь у нас еще одна есть. Хорошо, и я прям в шкаф, друзья, залезу. Вот почему нельзя просто залезть в шкафчик и там. Подождите, а как в него зайти-то, ё-моё? Вот, друзья, смотрите, офигеть! Судя по музыке, нас сейчас кто-то заметил с вами, но я сижу в шкафу. Да блин, да как так-то вообще? Офигеть, друзья. Я вот, честно говоря, вообще без понятия. Нам, может быть, просто
тупо надо убегать от него, и все, я не знаю. Потому что другого способа я не вижу. Они нас по-любому находят, будь мы в шкафу там или где-то еще. Поэтому давайте просто начнем убегать, я не знаю. Получится, не получится, сейчас, друзья, с вами посмотрим. Так, давайте-ка снова, в принципе, коробочку с вами берем. А, коробочка у нас уже с вами разрушена, так, ладненько. Ну и быстренько давайте, друзья, с вами возьмем, в принципе, присядем и побежим снова на то место. Только единственное, что у нас тут с вами, друзья, баллоны, в принципе, заградили наш путь. А что нам с ними сделать-то вообще надо? Мы можем? А, вот смотрите-ка, есть такая штучка у нас. Давайте-ка мы с ней взаимодействуем. И что он делает у нас? Что у нас вентиль это делает? Жить, ничего не делает. В смысле, а сколько его? Может, его надо много раз крутить? Блин, друзья, непонятно. Нифига непонятно. Так, вентиль, смотрите, давайте-ка снова мы с вами крутанем. Хорошо. А, смотрите, у нас дверь открывается. Ну ладно. Я даже не знаю, друзья, на самом деле, смотрите, у нас тут чувачок есть. Давайте просто от него, не знаю, убежим куда-нибудь, да и все. Вот. Закроем дверь. Да ё-моё, как тебя отфигачить? Отстань от меня. Жесть, друзья. Так, давайте-ка с вами быстренько сейчас. Подождите-ка, а что у нас? Дверь. Отличненько. И просто давайте-ка побежим отсюда. Потому что как-то я не знаю, уже как-то очень. Блин, друзья, я вернулся туда, где, в принципе, с самого начала я и был. Так, ё-моё, да как? Иди отсюда. Блин, друзья, я зашел в закрытое пространство. Просто это капец. Отстань от меня. Почему ему нельзя просто дать в морду и все, и убежать отсюда? Да уж, друзья. Жесть, хорроры, похоже, это не мое. Но тем не менее, в принципе, все равно играть я в некоторые буду. Потому что чем больше я играю, тем больше, естественно, я учусь. Так, Рот получил то, что хотел, и тащил вас в зал извлечения. Вы и ваши друзья еще долго будете заперты на фабрике. Найдется ли среди вас тот, кто осмелится... подождите-ка. Игра, а ты куда нам? Я даже дочитать не успел. Друзья, давайте-ка вот сейчас попробуем, в принципе, снова. Давайте выберем, может быть, сложность полегче, я не знаю. Может, получится как-то. Ну, давайте проверим, друзья, в общем-то. Может быть, я переборщил, взяв, в принципе, сложность сразу же какую-то там среднюю. Потому что там есть призрак, легко, средняя, сложно. То есть, получается, не 3 сложности, как обычно, то есть, легко, средняя, сложно, а именно 4. Давайте так что попробуем сейчас на легкой сыграть. Тут у нас вот этот чувачок. Только я не знаю, что вообще может сделать-то. Может быть, там быстренько прошмыгнуть вот так, друзья, быстренько. Опа. И дверь закрыть за нами. Да закрывайся, дверь. Отлично, друзья. Так, у нас тут снова чувачки. Давайте мы просто сюда пробежим. Не-н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 е. Да ну не-не-не-не-не-не. Отстань от нас. Блин, сейчас, друзья, этот чувачок сюда просто возьмет и ворвется. Нам нужно срочно отсюда как-то убраться. Так. Бежим. Слушайте, друзья, а если просто тупо. А, подождите-ка, меня схватили. Если просто тупо на самом деле, друзья, бежать просто по прямой, то в принципе ничего и не случается. Мы просто, друзья, их берем и оббегаем с вами. И все. Типа, ну а что, так можно, что ли, было? Пока я осторожничал, там еще что-то делал, нифига не получалось. А вот сейчас просто тупо бегу, друзья, на пролом и спокойненько от них я отрываюсь. Так, давайте, друзья, тут дверьку откроем. Не, не, а, подождите-ка, да, тут вот сюда можно пройти-то. Только вот куда нам, естественно, друзья, надо бежать, я не знаю. Так, вот что это у нас тут с вами вообще? Какая-то дверька. Так, а если мы здесь откроем? Круглый замок. Похоже, в это отверстие можно что-то вставить. Так, а у меня нечего туда вставить-то, на самом деле, в это отверстие. Тут у нас, в принципе, чувачки. Давайте-ка мы просто возьмем, друзья, сейчас дверьку закроем. Опа, чувачок, ну-ка, отстань от меня. Так. А, смотрите, друзья, он, кстати говоря, достаточно медленно бегает, и он меня просто тупо не догоняет. Так, а если сюда зайду от него. Хотя нет. Он сейчас может меня догнать, пока я просто тупо беру и дверь эту пытаюсь открыть. Так, что это у нас такое тут с вами? Ваша маска не распознается. А, тут нужно какую-то маску, похоже, у кого-то взять и украсть. Так, а что это такое? Шкафчик. Загадочный шкафчик, закрыто на ключ. Так, а чувачок, а ты как-то вообще тут оказался? Ты как-то вроде с другой стороны-то бежал. Как-то непонятненько. Так, ну ладно, давайте-ка с вами еще, друзья, что-нибудь возьмем да поищем. Что вообще только мы можем с вами найти? Тут двери все закрыты. Нам нужно какие-то, друзья, отмычки там и тому подобное искать. Тут у нас, в принципе, котелок, он готовится, тут непонятно. Ну что, мы можем просто отключить им это мороженое? Нет, нельзя. Ну ладненько, быстренько убегаем, закрываем за собой дверки, друзья. Что-то музыка, слушайте, друзья, начинает все громче становиться, если я не ошибаюсь. И поэтому нам нужно поосторожнее все это, в принципе, делать-то. Так, давайте дверь за собой закроем. У меня очень хорошая привычка закрывать за собой двери всегда. Замечательно. Что у нас тут с вами есть? А, у нас тут с вами... А, подождите-ка, мы же с вами тут были уже. Нам нужно, друзья, что-то найти. А вот что найти, я не знаю, к сожалению. Так, тут мы с вами тоже были. Тут этот чувачок у нас ходит туда-сюда. Что у нас тут с вами, в принципе, ты еще? Есть еще какая-то дверька. В этой дверке у нас... А, ну мы, в принципе, выходим просто наружу, да, получается, там этот чувачок, да, ходит. Так, пока что ничего не понятно, где нам все тут найти. Опа, друзья, офигеть. Закрывайся, дверь. Так, друзья, как мы не вовремя встретили этого чувачка-то, на самом деле. Так, отпусти нас. Так, быстренько убегаем от него. Ну, мне кажется, мороженчик... А, все, смотрите-ка, музыка закончилась, значит, он перестал на нас агриться. Единственное, друзья, что я не пойму, в принципе, как нам с вами тут всякие эти отмычечки-то найти. Вот это непонятно.
так, шкафчик давайте-ка откроем. Мы сможем с вами туда вообще в него войти-то или нет? Нет, кстати говоря, что-то друзья туда не входит, я не пойму, для чего вообще шкафчики эти нужны, потому что в них сидишь, не сидишь, все равно замечают. Можем вообще там, в принципе, их почти что не использовать. Может быть, конечно, я недооцениваю их. Так, смотрите-ка, что я нашел, друзья. Коробка с яйцами. Коробка. А, друзья, мы можем взять-то их? К сожалению, не можем взять, друзья. Так, это достаточно странно. Ну ладненько, так, что у нас тут с вами есть? Есть еще шкафчик. Давайте-ка возьмем мы выдвижной ящик. И что там? Ничего тоже нету. Блин, офигеть, друзья. Я-то уж подумал, что мы с вами, в принципе-то, что-то сейчас найдем. Ой, опа, чуть такое у нас. Что-то закрытая дверь какая-то. Так, здесь мы вроде с вами, друзья, пытались полутаться, но тут вообще, в принципе-то, ничего нет. Так, смотрите, шкафчик. И что у нас в шкафчике есть с вами? В шкафчике тут у нас ничего нет. Блин, конечно, тупо, что вообще ничего не найти. Блин, чувачок, отстань только от меня. Не надо меня догонять. Эй, дверь не в ту сторону открылась. Меня дверью зажало. Офигеть, друзья. Так, быстренько закрываем дверку. Блин, друзья, прямо ему в руки я просто встретился. Офигеть, на самом деле, это было как-то жестко. Даже не ожидал там его встретить. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом можно и закончить. В принципе, решил я попробовать эту игрушку. Такой хоррор в какой-то мере, а также вдобавок еще и выживание. В принципе, игрушка прикольная, но в ней еще нужно разбираться. Если вы хотите вторую часть по ней, то обязательно ставьте кучу лайков. А также не забывайте про подписочку на канал. С вами был, как всегда, я, Артиплей. Пока-пока.